Выборы честные, открытые и прозрачные. 18 сентября в Самаре будет работать ситуационный центр. За ходом голосования будет следить специальная группа мониторинга по видеотрансляции с избирательных участков. Причем за каждым членом группы мониторинга с определенным компьютером будет закреплена соответствующая часть участков. Подозрительные моменты на выборах будут рассматривать в группе разбора. Это представители политических партий и избирательной комиссии. При необходимости поедут на место нарушения. Любая нештатная ситуация, которая возникает с каждым избирателем, в конечном итоге по запросу наблюдателей, контролирующих органов, может быть изъята по запросу этого ситуационного центра и объективно рассмотрена. Легитимность выборов будет высокой, уверены общественники. Наблюдение на всех этапах дисциплинирует избирателей и не дает возможности для нарушений. Тот ситуационный центр, который открыт, он открыт был прежде всего по рекомендации самарских общественников, чтобы повысить электоральную уверенность, были беспрецедентные меры приняты. За ходом голосования результатами можно будет следить онлайн на специальном интернет-ресурсе общественного контроля. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.